Зачастую они ведут привычный для них образ жизни. Эти люди подают себя обществу только в лучшем свете, ставят на передний план жизненные цели. Эти люди любят проводить время в компании друзей. Решительные, справедливые люди отстаивают принципы. Готовы бескорыстно помогать близким и незнакомцам. Они умеют делать широкие жесты, достигают благополучия и общественного признания. Их притягивает опасность. Они любят рисковать. Харизма делает их популярными среди окружающих людей. Это выносливые, гибкие, продвинутые личности. В благоприятной среде развивают свои лидерские качества. Они проявляют свои творческие способности в литературе. Они берутся за работу любой сложности. Успешно применяют свои таланты в художественной сфере. Редко останавливаются на одном вузе. Учение для них свет. В коллективе с ними не скучно. Интересные собеседники. Это упорные, сильные личности с развитым интеллектом. Всегда готовы помочь или поддержать в трудную минуту. Эти люди имеют от природы крепкое здоровье. Эти люди четко и грамотно разбираются в тонкостях работы. Эти люди хорошо взаимодействуют с социумом. Для них важны имидж и общественное мнение. Это упорные, амбициозные и развитые личности. Это решительные, изобретательные личности. Эти люди уважают принятые в обществе правила. Этим людям многое удается с первой попытки. Часто высказывают то, что думают в лицо. Эти люди болезненно воспринимают критику в свой адрес. Они умеют держать напряжение и готовы совершать поступки. Имеют развитую интуицию, богатое воображение. Это пунктуальные, вежливые и нерешительные личности. Они сами стараются наладить с ними отношения. Благодаря усердию и находчивости достигают вершин. Этим людям удобно на любой должности. Им доставляет удовольствие сам процесс сотворения нового. Они повышают свою самодостаточность постоянным развитием. Эти люди любят действовать в команде. В юности у этих людей проявляется неосторожность. Обладают находчивостью и практическим подходом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.